Утро в лесу началось. Кофе. Саша, который приготовил, и в принципе кофе получился неплохой, хоть и растворимый. Что хочу сказать, вон дрова наши догорают, есть еще также веточки мелкие, которые мы можем сюда подбросить, и огонь будет в принципе хороший, но нам уже надоедает подкидывать, потому что за костром надо постоянно следить. Для этих целей Саша покупал универсальный набор Фирстерс. Ну, я решил сэкономить. Не пошел по стопам Саши, купил пилку подешевле. В принципе, со своей задачей она справляется. Я ее сейчас не показываю специально, чтобы вас немножко поинтриговать. Что же это за пилка? Пилка досталась мне довольно-таки дешево. Это китайская пилка. Там, как в описании было, что там каленый зуб. Ну, в принципе, как вам сказать... Каленый, ну, в принципе, я бы не сказал, что сильно хорошо каленый. Да, твердость может быть по металлу хорошая. Но со своей задачей пилка справляется неплохо. На те деньги, что я, за которые я ее взял, она со своей задачей справляется, я бы сказал бы, на пятерочку. Эта пилка мне уже служила как на даче, так уже и на вылазке, непосредственно на пикник, на шашлык. Так, сейчас. Пилочка это вот такая. Сейчас я ее подведу поближе, вы увидите здесь количество приблизительное. Кто захочет, тот посчитает. Она немножко в разводе идет. Я бы не сказал, что сильно. Там большой развод. Немножко, конечно, она кривовато сделана, косовато, но на работу никак это не влияет. Пилил я, честно говоря, диаметр намного больше, нежели чем само полотно. Как она работает, я вам сейчас продемонстрирую. Пилить сильно большие не буду, но тем не менее. Вот такая вот у нас заготовочка, если взять по сравнению с пилкой. То есть, я не столяр, извините, что может быть как-то, но тем не менее, мы можем наблюдать, как она пилит. Хочу сказать сразу, это сухостой. Что за дерево, я точно не скажу. Возможно, это облепиха или что-то подобное, потому что там были маленькие иголочки. Рез получается вот такой вот. То есть это не трухляк, это не гниляк. Ну вот такая вот пилочка. Название я вам ее не буду показывать. Может быть, там где-то и мелькнуло, но это не реклама. Спасибо.